Хей, гайс, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру по названию Inmates. Inmates, как-то так. Короче, мы закончили на том, что мы включили радио и все. Что дальше, куда, я фиг знает. Но я боюсь выходить, потому что, скорее всего, будет скримак. Мы знаем эту игру примерно. Шутер. Так, подождите, а чего он хотя бы говорил по радио, я не помню. Мне желательно бы хотя бы понять, куда мне идти. Я помню, что точно было что-то закрыто. Мы ключи ничего такого не находили. Почему я говорю сейчас за ключи? А потому что... Как я понял, нам нужно камеру открыть снизу, или типа что типа того. Я не знаю, куда мне идти. Библиотека у нас закрыта. Около больницы. Ну, мед этой херни. Типа я ожидаю все равно скрима какой-то. Главное, чтобы он был не очень громкий. Пойдемте, значит, сюда с обратно. Так, я тут все забрал. Doors locked. Приятель, я бы тебя освободил. Я вообще не помню, где я был, где я не был, что я вообще нажимал. Я помню, что я здесь с последней двери видел только надпись. Это все в своих мыслях, либо что-то типа того. Больше тут ничего не было. Опа. Подзагрузочка. А подзагрузка для чего? Правильно, фиг его знает. Все равно не врублюсь, куда мне идти. Немножечко запутался. Ключа у нас нету. Да, нам предлагают типа сюда пойти. Но с другой стороны, там все двери закрыты. А, не, подожди, там выход на этот. Душевую. Так, крой, проход закрыт. Ага. Вы мне предлагаете в душевую пойти. Походу, да. А в душевой я смотрел, там довольно стрёмная херня. Я просто туда даже идти не хочу.
Рой, рой, рой. Ну, типа, я думаю, если даже сюда приду, что я здесь найду? Типа, дым мне закроет глаза, и я должен что-то здесь буду испугаться. По факту здесь пугаться нечего, потому что тут ни хера и нету. Тут только вон спички лежат, и все. Другого прохода здесь никуда больше нету. Там у меня закрыто, там у меня закрыто. Ну сюда у меня только проход. Подождите. Здесь было закрыто. Ага, сюда не попасть. Да, походу мне предлагают типа. Oh my God. It's Roy again. No, please. А, это снова Рой. Нет, пожалуйста. Я что-то завтыкал немного. Ни во что не было. И мы спускались, его тоже бы не было. А, как же странно. Ну, слушайте. Ты чувствуешь, когда ты ждешь скримера, но скримера нету. О, что новенькое? Мы в вертолете. Смотрите, я не солгал. Я вертолет. Ну ладно, спущусь вниз, допустим. Так, я в библиотеке. Интерактивная. Если вы думаете, если я запутаюсь, какие рычаги я не нажимал, хочу вас расстроить. А, тихо. Так. Тут должен быть пустой цветок. Так. Нужно на двери смотреть, поэтому, да. Так, здесь тоже полый. Здесь большой, здесь, короче, маленький. Окей. Так, вот это вот полый. Стоп, и это полый. А первый какой? Нет, мне нужен вот этот. Так, здесь... И тут одинаковые цветы?
Так, там большое количество цветов было, поэтому это сюда. А здесь было черные полупустые. Так, по часовой. Здесь против. Здесь против. И там против. Короче, здесь должно быть по часовой. Стоп. Стоп, 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 стоп. Вот здесь должно быть по часовой. В одной только ошибся, получается. Монатину шатает, и вестибулярная пара тоже шатает. Ну, это понятно, мы в библиотеке сейчас будем. Наверное. Мне кажется, в библиотеке, потому что мы в основном в библиотеке там летали. Но мы были в виде вертолетика. Вертолете в основном так шатает. Чё такая долгая загрузка? Я не хочу снова. О, другая загрузка пошла. А, я в душевой, найс. Место, куда я не хотел приходить, он сам сюда мне принес. Это отвратительно. Да, я сохла. Когда этот кошмар закончится? Ну и что мне сейчас делать? Дверь закрыта. Мне нужно вернуться и поговорить с Беном. Ну пойдем, вернемся и поговорим с Беном. Так, ждем скримака, ребят. Всегда, если у него сердце стучит, значит... Что-то здесь есть. Бен? Бен? Are you there? Ты здесь? Yes. Да. What happened? Что случилось? Дверь в коридор закрыта изнутри, и я не знаю, что мне делать. That's bad. Плохо. Very Очень bad. Плохо. Okay. Ты помнишь, как мы строили это место? Мы сделали потайные входы в директорскую через шкаф в библиотеке. Я ничего не помню и не понимаю, что тут происходит. Я проверил дверь в библиотеку, и она была закрыта тоже. Тебе нужно найти комнату библиотекаря. Я уверен, что там есть запасной ключ. Где я могу найти эту комнату? Ну, это в подвале. Черт, опять этот подвал.
Но там камеры тоже были заперты. Ключи от этих комнат находятся в комнате Роя на первом этаже. Ты уже, наверное, понимаешь, что хочет сделать. Натали, поэтому тебе нужно спешить. Я поворачиваюсь к Ремак, Бу. Нет. На удивление. Туц-туц-туц-туц-туц. О, теперь мы зайдем в комнату Роя, куда нас тогда с вами не пускали. Рой, мы идем. О, комната Роя сама уже открыта, ребят. Это плохо. Как мне бесит вот эта комната, я хочу ее закрыть. Тут всегда был сейф. Ага. Так, и короче, я понял, нужен листочек. И пошла писанина. Так, первый канал у нас 5. 5. 3. Один. Четыре. Шесть, это два. Окей. Пять. Три. Шесть. Один. Четыре. Готово. Пойдемте в библиотеку. Так, а вот единственный минус, я не помню, где библиотека. Стой, это ключи не от библиотеки, нихера. Это ключи от подвала. А подвал у нас аж на той стороне, вот тут там. Не хочу туда идти, на самом-то деле. Ты мое воображение, отстань. Так, а сколько у нас было? Там 4 закрытые двери, да, кажется? Подвальчики.
смысле? Опа! А куда мне идти? А вот сейчас будут вопросы. Потому что я не шарю, куда мне идти. Я думал, мне сюда нужно было идти. Хм. Подожди, как я вообще сюда попал? Через заднюю дверь. Я взял ключи, однако что мне делать с ключами? А, стой, вот. Я почему-то думал, что те двери. Да, здесь много заключенных этих дерганых. И по идее здесь Рой еще, ну, ходит, гуляет. Еще за ним смотреть. Так, радио было с правой стороны, кажется, первая дверь, которая сейчас будет от нас, ну, которая открыта. Хотя там окошки, через окошки даже можно не вглядываться, не смотреть в окошки. И там видно сразу будет этих, что внутри. В подвале там было довольно много места. Ну фиг знает, здесь в основном я бегать не умею, поэтому скримаки будут просто в лицо выпрыгивать. Самый нестрашный скример это с Роем. Потому что Рой, он просто... появляется и понтово на тебя идет. Типа я бегать не могу, смысл мне убегать от него. Так ведь. Все, нагнетающие звуки пошли. Хотя тут один человек бегает, который. Потому что я в эту комнату не заходил, да? Так, а теперь понять, что это за херня. Точечки. Так, какие мне нужно открыть? Так, давайте сначала посмотрю. Не, я тут двери тут все могу открыть по факту. Так, этот был. А, мне вот эту надо открыть. Так, по сути, если могу две вот эти открыть, пускай это будет первая и вторая. Мне нужно крайняя левая. Первая и вторая, мне нужна седьмая. А у седьмой нету этой. Прикольно. Короче, все подкрываю, да и все. Фиг его знает. Я думал.
И... Почему, значит, я могу только открывать те, которые закрыты? Короче, я могу открывать только там, где кто-то есть. Прикольно. Давайте тогда начинать с дальней. Ну, типа, здесь в основном должны быть скримеры. Ключ от библиотеки. Я хотел помочь, но мне не... Но не получилось, извини. Есть ли смысл заходить в другие? Давайте, ладно. Ищем скримера, ребят. Я сюда хочу зайти, там радио. Шкатулка, как в Maiden's Care. Помните игру? Вот. Maiden's Care там тоже были. Эти чудики. Сара? Сара? Джонатан! Джонатан! Знаете, что тут страшнее? То, что, по идее, меня должны... Пожалуйста, нет. Сара? Сара? What the hell? Что за черт? Знаете, что тут самое стрёмное? Что, по идее, я должен был попасть в ловушку? А я-то ни хера не попал в ловушку, которую меня хотели запереть. Я успел выйти, вы заметили? А я тут думал, просто двери закрылись. Манать. Так, стопы, а теперь думаем. Мне ж теперь туда нужно и... Или нет, подождите, мы так с вами выходили отсюда. Все, я вспомнил. Это ж нас в подвал принесли в первый раз. Рой. А где библиотека тогда? Где же тогда была библиотека? В подвал меня кинул Рой. Когда мы... Ключ от библиотеки мы получили. Сейчас пойдем с вами на кухню. Ну, там, где мы были. Поднимемся наверх, и у нас теперь есть ключ. И воспользуемся ключом. Тупые скримеры, которые не сработали на мне. Да, сейчас, знаете, типа, вначале тупо пугали скримерами, и теперь ты, типа, сам себя пугаешь, то, что ты ожидаешь чего-то, но этого нету. Ну ладно, вот это было, конечно, может быть, крипово, если меня бы закрыли. Скорее всего, в камере кто-то был. Но я успел выйти. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. А я потом заперто. О, уж что гудит.
Кстати, может, было бы немного еще криповее, если бы... Кроме того, что я, да, хожу, здесь бы тоже кто-то просто бы ходил, и я должен был не попадаться ему в глаза. Ну что в этой двери, давайте узнаем. А, это директорская. Roy again. No, please. Дайте угадай, он меня сейчас снова сюда в туалет запихнет. Сломатые скрипты? Кажись, да. О, да ладно. На туре? Минус, минус игре. Короче, против по. О боже, ладно, короче, давайте, я думаю, на этом с вами закончим. Хотя ладно. Хер знает, что там... Я вам говорю, это подстава. Так, против. Я забыл. А ну-ка. Тупые двери уже открывал, а снова открывать. Так, короче, заполненная. Короче, полу черная. Вот это. Вот это. Это должно быть по часовой. По часовой. Или стоп. Или я ошибся. Нет, а по часовой, это против часовой. Двери, короче говоря. Библиотека эта сраная. Давайте снова в туалете, блять, очнусь. А где же еще? Ну куда же Роме я еще мог отнести? И почему я должен постоянно это проходить, когда меня роют поймал? Не понимаю.
глупый рой. Ладно, то мы, короче, даже будем на этом, наверное, заканчивать, потому что меня рой, скорее всего, отнес туда же, где я был. В туалет. От 100% одно и то же место. Потому что скрип сломался, и он будет... This is disgusting. Ну, я говорю, то же самое. Ладно, поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.